Где мой подарок? Ну, в смысле? А это я для кого выбирала? Ну, странные мужики, наряжаешься для вас. Неправда. Можно? Ну так вот. Все хорошо, все делаю, как вы сказали. Еда мягкая. Ёшиком пользуюсь. Ну и, конечно, эрегатор. После каждой еды. Ну все, я побежала. А бегу-то поменять. Чика. В общем, я тут решила. Брекеты будем ставить только на верхнюю челюсть. На нижнюю не будем. Удалять мне тоже ничего не нужно. Вы же за полгода успеете? Ну, если только так. Вы знаете, я как бы готова, но я как бы не готова. Ну, что тут думать-то? Ну, а если я буду некрасивой, и парень меня бросит? Да кто вам сказал, что это некрасиво? Олеся, улыбнитесь. Опоздала, простите. Так у нас всего час остался. Да мы по-быстренькому, сейчас френчик сделаем, да и все. Ну, и елочку здесь пририсуем. 31-го работаете? Нет. Нет? А я хотела часам к 6 подойти. Как раз салаты бы успела нарезать. А может быть, мне тоже нарежете? Алло, здравствуйте. Запишите меня на маникюр на ближайший. А мест нет. Новый год же. Все расписано. Блин. Ну запишите тогда на 2 января. Так ведь не работаем же 2-го. Как не работаете? Ну мне же надо. Алло, запишите на ближайшее, пожалуйста. Хорошо. И на декабрь, число на 25-е, запишите сразу, а? Записала. Алло, выпишите меня. А как же маникюр на Новый год? Да хрен с ним. Без маникюра встреча. Богиня, тебе помочь? Ваш момент здесь не нужен? Нет. Окей. Твоя гантеля будоражит мое сердце. Я устала. Я устала.
стану. А я выйду замуж за иностранца. В Америку тебя увезет. Да. Вы учиться собираетесь? Зачем мне эта школа? Я блогер. Я блогер. Я не сдаю ЕГЭ. Мне пофиг. Я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете. Девочки, не забывайте про макияж. Он должен быть легкий и воздушный, а румяна подчеркнут вашу естественную красоту. Когда вы сдохнете, блогеры, хуй! Мы сегодня разбираем посылочку. Это Виктория Сикрет. Достала! Посылку ей прислать. А говна тебе на лопате не прислать? Сикрет, да засуньте себе в жопу этот Сикрет. Девочки, этот коврик снимет с вас напряжение. Опять реклама. Да задолбала ты уже со своей рекламой. Все, отписывай. Вставай, в садик пора. Нет, не хочу в садик. Нет. Мама! Ну мама. Что? Ты что, спишь? Фу. Испугалась? Нет. Фу. А сейчас? Нет. Мам! Мама! Мама! Ну что? Я покакал. Мам, можно мне в приставку поиграть? Нет. А в планшет? Нет. Ну, телефон? Нет. Ну что мне тогда делать? Да я не знаю. Пойди на улице погуляй. По сугробам полази. Я не хочу гулять, мама. Иди уже, хоть свежим воздухом подышишь. Так там же ебун. Всем привет. Сейчас я покажу, как в пятницу куда-нибудь на тусу собирается обычная нормальная девушка. Я.